Здравствуйте, друзья! Сейчас расскажу вам интересное приключение. Заехали мы в магазин, купили кое-что для себя, и я купил для автомобиля, для опрыскивателя стекол, жидкость, rain, и щетки там, еще кое-что. Короче, мы в тележке загрузили многое там. Такую баксу купил, сейчас покажу, ящик точнее. Еще кое-что, такие большие вещи. А в самом низу тележки, в упаковке, я прямо в упаковке 4 штуки, если берешь здесь, то оно выходит где-то там по $2. Вот эта жидкость. Зимой заливаешь, чтобы она не замерзала стекла, опрыскивателя стекол. Жидкость для опрыскивателя стекол. Короче, забыли мы ее возле магазина. Уехал я уже, подъехал к дому, поехали еще купили там хлебушка, еще кое-что. Приехали домой, я открываю багажник, жидкости нет. Что интересно, тележку с этой жидкостью, вообще пустую тележку отвозила жена. Она подумала, что там коробка пустая, так и оставила тележку. В таком заборнике у нас оставляют тележки, там пустые. Ну и что, приехал я, посмотрел, жидкости нету, заливать-то нечего, сажусь. И еду я под этот магазин. Думаю, возьмут, не возьмут. Приехал, смотрю, тележка стоит, жидкость стоит, никто ничего не взял. А прошло уже более 2 часов. Вот, как бы так. Так что, жидкость в багажнике. Сейчас покажу, какие я щетки купил. Специальную жидкость для обработки стекол. Сейчас все вам покажу. Ребята, видео снимаю для водителей в первую очередь. Ну и для мастеров водителей, само собой. Ну, без автомобиля я не знаю. Мастер без автомобиля, вообще это тяжело работать без помощника. Щетки меняю каждых 2-3 года, потому что изнашивается по-любому, тем более на хайвее, на это, ну, как бы и чистые дороги, но все равно меняю их. Вот представляю вам очень хорошую фирму, если вы увидите вот такую надпись RainX, очень классные щеточки для машины. Потом жидкость, которую мы оставили, и через 2 часа я приехал, и жидкость просто-напросто вот так стояла, ждала меня. Сейчас открою. Этой же фирмы RainX, очень хорошая жидкость для омывателя стекла. И вот такой ящичек приобрели. Стоит он всего там $10 или $12. Очень дешево. На канадские доллары, на американские это вообще там что-то до $10. Такой он классный. Хэви. Пластмассовый, пластмасса хорошая. Ну и что в ящичке? В ящичке вот эту жидкость я наношу на лобовое стекло. И при дождике, тем более на хайвее, когда больше 60 км в час едешь, или сильный-сильный дождь, капли просто улетают со стекла. То есть щетки не работают. Испробовал. Уже за 3 года, вот 3 года я пользуюсь вот этим, вот этой жидкостью. Это супер, ребята. Это не реклама, это супер того, что я уже испробовал. Так что советую. Вот она жидкость. Вообще вот этой фирмы RainX очень хороший продукт. Так, что мы еще приобрели? Ну и вот такой наборчик. Бывает, надо там открутить что-то у компьютера. Ну, есть наборы отверок, но это маленькие, такие классненькие. 53 штуки. Стоит набор $10. Такой кейс у него из эргономической резины.
Ну, вообще, классно. Наборчик классный. Это все у нас рождественские скидки новогодние. Вот как бы вот такое приобретение. Снимаю с телефона, извините, чуть мотылькает, но ничего страшного. Всем спасибо за просмотр, всем всего хорошего, ставим лайки, спрашиваем, пишем комментарии, подписываемся. Всем пока-пока.